Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас небольшая распаковочка. Из Китая пришла какая-то штуковинка. Ну, я-то знаю, что это за штуковинка. Это защитный щиток для газовой плиты. Ну, или электроплиты. В общем, когда вы что-то жарите или парите, и чтобы не разлетались брызги масла, вот такой щиток. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Я буду делать все без монтажа. Знаете, время не хочется терять на все эти примочки и эффекты, и озвучку, честно скажу, потому что снимать приходится много. Дел других масса. Так, не лезет. Сейчас будем. Так. Ну вот. Тут у нас иероглифы расписаны. Как она открывается? Нет, никакой тут. Да, есть. По-моему, да, вот так. Так, так. Простые алюминиевые щитки. Вообще, это хрень полная. Все измяли, пока она ехала. Да, друзья мои. Сейчас будем испытывать на месте. Вот у нас плита. Так, и это у нас... это у нас вот так вот, конечно. Слушайте, ну, вообще, конечно, китайцы молодцы. Придумывают всякую хрень, чтобы мы все это покупали. Ну, это же вообще вот, так скажем, на дурака рассказ. Вот такой вот щиточек. Все. Вот чайник защищен, стена защищена. Друзья мои, ну оцените это видео, оцените мою покупку. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте значок колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео. Смотрите видео, предложенное по подсказкам и по конечным заставкам. И особо призываю вас смотреть мой плейлист «Покупки на AliExpress», где я уже неоднократно заказывал и получал, и был крайне доволен, а иногда крайне недоволен. Поэтому, друзья, всего вам доброго, до новых встреч!